Укрепляются международные связи. Так, сегодня глава областной администрации Нуржан Нуржигитов встретился с послом Республики Узбекистан в Республике Казахстан. В ходе встречи Нуржан Нуржигитов отметил, что в области идет большая работа по привлечению инвестиций, и у нашего региона есть огромный потенциал. Также аким области добавил, что в узбекистанской столице посетил Ташкентский завод по производству сельхозтехники. Упомянул и о росте ведущих отраслей промышленности области и ряда предприятий. Например, было сказано об увеличении поголовья скота в животноводстве и экспорте мяса птицы. Мы очень сильно заинтересованы в том, чтобы жители республики, там, приезжали сюда на сезонную работу. Есть это у нас, поэтому мы в этом плане мы тоже готовы сотрудничать с вами. Это специальное управление у нас есть, которое занимается этим вопросом. В свою очередь, посол Республики Узбекистан в Республике Казахстан Сайдыкрам Ниязходжаев поблагодарил акима области за оказанный прием. Также он добавил, что возрос их интерес к сфере архитектуры и строительства в регионе. Подчеркнул посол и про многовековую связь между нашими народами. Объединение сплоченность народа и стран региона в глобальном мире является главным фактором гармоничного и устойчивого развития не только стран, но и региона в целом. В 2022 году наши братские страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений, создана солидная договорно-правовая база, подписано более 245 двусторонних документов. В ходе встречи стороны подписали меморандумы о реализации совместных проектов. Валихан Талгатов, Расалы Дауренбек, Канат Бакытулы, Айкын Акпарат.